Ветка Керчь-Аршинцево, старая ветка. Нахожусь я в поселке Мичурино. Вот он там. Мичурино поселок. И посмотрите, здесь насыпали нового щебня. То, что возле Багерова в сторону Керчи станции насыпали. И здесь то же самое, которая вот эта ветка выходит на Керчь Южную, новый парк. Вот там впереди у нас поселок Октябрьское. И там вот дальше дорога, автомобильная дорога Керчь-Багерово. И там эта ветка уходит в существующую ветку Керчь-Замкой. Вот там. Так что готовят и эту ветку тоже щебнем отсыпают. Всем привет, дорогие друзья! Начинаем свой очередной обзор с подходов к Крымскому мосту. Ну и вот в первых кадрах этого ролика вы увидели, сколько техники ездят. Это я снимал в районе Октябрьского поселка и Мичурино, лазя там для того, чтобы снять вот эти кадры. Как всегда, сильный ветер, и мы начинаем свой полет от Северного портала и до начало поселка Багерово. Пролетим вот этот кусок вдоль поселка Октябрьский. Посмотрим, что здесь новенького. Ну вот, северный портал.
во вчерашнем ролике вы его уже видели кусочек, как мы видим, все здесь почистили, опалубку разобрали большую, передвижную. Здесь набрали опалубку на козырьке портала, ну и вот теперь бетонировать можно. Вот смотрите, чистота, порядок, строится диспетчерский пункт, внутренняя отделка идет, ну и прочие работы. Что в тоннеле, мы не видим, не знаем, но какие-то работы тоже идут там, конечно. Проходка пройдена, и вот теперь нужно поспешать, потому что этот интервал, который мы сейчас с вами пролетим, очень много изменений с момента последнего моего пролета. Ну и давайте все по порядочку. Начинаем мы от северного портала, как я сказал, видите, здесь формируют насыпь, геотканью закрыли саму насыпь и сверху выравнивающий слой песка. И его откосы здесь... Большие очень откосы, ну и вот здесь идет облагораживание. Вот сверху с левой стороны экскаватор работает, роет траншейку, копает. Ну, видимо, одна из версий, как лоток там будут ставить, чтобы перехватывать воду, а вторая для кабелей всяких разных, идущих вдоль дороги. Хотя ну, вдоль насыпи тоже штробы есть, и вот для укладки кабеля СЦБ и прочих кабелей безопасности для железной дороги, потому что на мосту полным ходом идет укладка кабелей, ну или железнодорожной автоматики, то же самое нужно делать и здесь. Вот здесь закончили, пока их штроба заканчивается, ну и вот насыпь, эта вот насыпь уже давно была, видите, даже откосики зазеленели, а вот здесь наконец-то начали формирование откоса. Ближняя к нам устойная опора моста через правый приток реки Мелек-Чесме, или можно назвать через речку Биэль. Видите, стоят две единицы техники, каток стоит, бульдозер, ну и песочек подвозят самосвалами, и послойная утрамбовка идет. Сам мост уже практически давно готов. Не знаю, почему здесь вот только начали это делать. Ну, видимо, так по плану все у них идет. Гидроизоляция на мосту уже нанесена. Ну и ждем, пока устойные опоры обсыпят, сформируют конуса, и можно, в принципе, будет уже укладывать рельсо-шпальную решетку. Видите, здесь еще кое-какое строительное оборудование и осталось, вот опалубка там всякая разная лежит, соскладирована и ждет вывоза. Ну а мы подлетели на другой край моста, 316 метров длиной. И с этой стороны тоже начали формировать конус, как я уже вам сказал. Там, видите, уже пасынки лежат, это фундамент под опоры контактной сети. Ну и давайте немножко с другого ракурса посмотрим еще этот же мост. Красоту его. Уже работает техника, трамбуют, между опорой есть зазоры, там вручную песочек подкидывают люди. Вот видите, хорошо здесь видно. Ну и потихонечку поднимается этот конус, обмазан битумом, обмазана опора устойная, ну и вот там, насколько обмазано, вот до туда будут поднимать. Ну и вот сбоку. Какие-то, собственно говоря, еще работы на самом мосту идут. Это вот опоры. Посмотрите, какие мощные, массивные, железобетонные опоры. Ну и вот тоже здесь, конечно, требуется облагораживание всей территории после того, как стройка полностью закончится. Ну, сам факт, что все готово, и здесь начались шевеления. Хочу вам сразу сказать, что шевеления по всей, на всем этом участке, от Багирова до Северного портала. Ну, Северный портал находится в районе автодороги Керчь-Феодосия. И вот вылетаем мы на насыпь, видите, здесь пасынки еще лежат, уже приготовили их для погружения, а вот где стоит техника, тут уже вот видно, что головки одни выглядывают из насыпи, это уже фундамент готовый под опору.
Вот с левой, с правой стороны она пока будет по ходу движения. Там кабели всякие разные тоже будут подвешены, навешаны. Ну а мы потихонечку подлетаем с вами к гусепроводу, как его назвали мои уважаемые зрители. Кто баранопровод, кто гусепровод, ну, кто на что гораст. Ну, а на самом деле предназначен для прогона сельскохозяйственной техники и прогона скота, проезда сельскохозяйственной техники. Здесь вот, видите, пока никаких движений нет, но хотя бы уже вот техника, вот манипулятор стоит, подъехал, и тоже какие-то работы идут. Ну, а теперь с другого ракурса, вот он уже манипулятор отъехал. Здесь пока, хочу вам сказать, от отсыпки не идет. И дальше пункт обогрева будет, вот строит. Дальше посмотрите, вот шпалы разложили на этом участке и по всей длине разложили на них рельсы. Пока, конечно, рельсы не вставили, не формировали рельсо-шпальную решетку, но все еще впереди. И вот интересное, вот здесь с правой стороны уже построили фундамент под шумзабор, потому что справа там внизу находится поселок Октябрьское, а железная дорога намного выше пойдет его, и а слева, видите, холмы, и весь шум, естественно, будет уходить в сторону поселка. А вот эти холмы будут действовать как отражатели. Ну, естественно, какую-то часть звука они будут поглощать, но все равно очень и очень будет хорошо все слышно. Поэтому вот принято такое решение поставить здесь шумзабор. Фундамент под него вот очень активно сейчас строят. Ну, и, естественно, потом мы увидим сам забор. Здесь вот пока только вот опоры контактной сети справа, ну это пока будет одна вот сторона, когда примут решение электрифицировать все это дело, естественно. И самое интересное, посмотрите, рельсы разложили по всей длине, вот они слева лежат. Ну а там в лотковой части работает экскаватор, естественно, надо сформировать лоток, потому что посмотрите, с левой стороны какие холмы, и вся вода будет стремиться вниз. И чтобы насыпь не рассыпала, естественно, ее нужно будет перехватывать где-то. Ну, для этого я думаю, что вот здесь внизу у насыпи лоток будет, и еще повыше где-то перехватывающий. Ну и вот подлетаем к очередному пункту обогрева. Здесь вот будет. И здесь уже мы подлетаем все ближе и ближе к перетокам реки Мелек-Чесме. Здесь вот кусочек шпал уже разложили. И обратите внимание, здесь уже по всей длине установлены с правой стороны опоры. Ну, пока они будут служить, конечно, для подвеса кабелей, ну, а со временем, наверное, уже и как опоры контактной сети будут. Или, может быть, отдельно будут ставить, вот надо уточнить этот момент. Ну, и вот мы подлетаем с вами, вот здесь два перетока реки Мелек-Чесме, она у нас с левой стороны, исток ее порядка в 920 метров от насыпи, даже у меня видео есть, вспоминая его с теплотой, как я лазил там по весне, по-моему, по ранней, ну, Крым есть Крым, там ранняя весна, у кого-то позднее лето. И нашел все-таки этот приток, все исток реки Мелек-Чесме, как она идет, пролетел на коптере. У меня даже есть где-то видео, но я думаю, вот Александр Михеев ссылочку кинет на это видео, если им будет нетрудно найти, посмотреть, кто не видел. Ну и вот, наконец-то нас начали отсыпать, засыпать. Здесь вот такой прогал был, все в кучу здесь собралось, посмотрите, и линии, две линии ЛЭП идет, и два перетока, ну вот прям все вместе здесь. Но ничего, справились, и теперь формируют этот кусок насыпи. Достаточно сильный ветер, видите, я не специально туда летел, боковой ветер сносит с насыпи, очень сильный, скажу я вам, уже неделю задувает, и вот на страх и риск здесь летаю. Ну, в принципе, здесь, если где-то он приземлится в поле, можно будет найти. Хуже, конечно, если он начнет приземляться в море.
Ну, мы такого не позволяем себе, всегда смотрим. Экскаватор стоит вот с планировочным ковшом, не зря его сюда загнали. На откосах уже нужно будет плодородный грунт рассыпать. Ну, а здесь вот опять геотекстиль вот этот, и его уже песочком отсыпают, окончательный слой насыпи формируют. Путепровод, под ним сейчас проходит новая дорога Керчь. Керчь-Багерово-Чистополье. Сюда ее перенесли неоднократно. Мы с вами ездили. Во вчерашнем даже вечернем ролике есть проезд под этим путепроводом. Ну а теперь мы над ним пролетаем. Как фанера над Парижем. Шутка. Так, ну и здесь мы вот летим дальше с вами. Вот как раз к этому пересыпу дороги автомобильной. И что интересно здесь, друзья, вот чуть дальше туда, вот видите, как сносит меня. Я его туда, он туда. И вот немножко здесь, конечно, борьба была. Не, вот я вырезал кусочек. Ближе к дороге работают люди. Вот посмотрите, с правой стороны, вдалеке, с левой. Здесь штробы были. И вот, видимо, кабель туда укладывают уже. Это вот все в рамках строительства железной дороги. Видимо, там всякие будут кабели безопасности, там СЦБ, но я вот в этом плохо соображаю, поэтому не буду умничать. Скажу, что только люди работают здесь. И с одной, и с другой стороны, посмотрите. Видно вот полосочки, штробы. Я здесь специально не стал ничего ускорять, чтобы вот рассмотрели. Ну, думаю, Алексей Круглий, Александр Михеев, все нам, ну и может быть Валерий Ларин. Он по СЦБ прям расскажут нам поподробнее, что здесь делается, если владеют, конечно, информацией. Ну и вот мы подлетаем к пересыпу с вами. Пересып готов. Здесь какие изменения? Обратите внимание, вот этот кусок, где отсыпали насыпь, откосы вот плодородным грунтиком уже начинают отсыпать. Вот справа даже две кучки еще не досыпали. Ну а так, в принципе, здесь все уже готово. Можно укладывать шпалы и рельсы. Ну, вот такой у нас сегодня получился ролик. Интересный. Посмотрели на поезда на железной дороге. Вот Боинг там прошел. Ну, и посмотрели вот этот кусок. Давно не летали здесь. Меня уже начали просить мои уважаемые зрители. Ну, вот, смотрите. На этом все. Не забывайте подписываться на канал. Проверяйте свои подписки. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Всего вам хорошего и до свидания.